Здравствуйте, друзья! Под последним видео появилась комментария вот такого содержания. Так, пульт дистанционный. Сейчас. Иван Ширяев просит. День добрый. Случаем не знаете, как сделать управление лампой через ЧИМ следующим образом. Кратковременное нажатие правой кнопки, и лампа плавно зажигается с 0 до 255. Нажатие второй также гаснет с 255 до 0. А длительное нажатие правой кнопки, регулировка на повышение, нажатие второй на понижение. У меня не получилось реализовать. Так. Я думаю, что вот этот вопрос очень интересный, многим заинтересует, вот, которые занимаются управлением освещения. То есть, так, и я решил ответить Ивана Ширяева и сделал видео такое. Посмотрите сначала, как это работает, потом объясню. Итак, друзья, Иван Ширяев задал такой вопрос мне. Можно сделать так, что при кратковременном нажатии на кнопки плавно лампа зажигалась, и на другую кнопку плавно потухла. Если длительно кнопку нажать, то регулировать можно было, и как на уменьшении, и на увеличении. Я вот решил ответить на этот вопрос, сделал. Вот собрал такую схему, и вот кратковременно нажимаем, лампа зажигается, другую, потухает, так, нажимаем и держим, регулируется, вот. Кратковременно нажимаем, выключается. Вот. Кратковременно нажимаем, увеличивается. Нажали, держали, регулируется. Нажали, держали, регулируется. Это, таким образом это работает. Я думаю, что ответил на вопрос. Так, на компьютере я объясню, как это происходит. Так, теперь давайте схему покажу. Ну так, схема простенькая. Вот схема подключения. Так, две кнопки на увеличение, на уменьшение и диммер. Здесь, ну диммер там... У вас может и другой, может быть тут может светодиод подключить или что-то такое. Но здесь сам принцип работы вот такой. Ну я уже рассказал, как это все работает. Так, диммер, вот это самодельный диммер я сделал. Там у меня на канале есть диммер для Arduino называется. Так, если хотите, можете повторять. Так. Давайте сейчас в FL Pro покажу, как это все работает. Так, вот такая простая схемка. Здесь в этой части там кнопку, вот если сюда высокий уровень поступает, на увеличение счетчик считает с 0 до 255. Если достигает до 255, запрещает на... Больше не считает, как бы. А другой вот здесь, на L2, если поступает высокий уровень, на понижение считает. И меньше одного уже опять это не разрешает. Счетчик останавливается. А управление кнопками вот таким образом происходит. Кнопка 1, кратковременно, когда нажимаем,
вот это RS-триггер срабатывает, здесь высокий уровень, и начинает на увеличение, доходит до 255, останавливается и этот сбрасывается. Вот отсюда, видите, L3 сюда соединен. RS-триггер останавливается. Вот таким образом на увеличении. И таким же образом работает на уменьшении. Кнопка 2 нажали, RS-триггер сработал и на уменьшении считает. Дошел до меньше одного, опять RS-триггер сбрасывается. L4, вот сюда L4, RS-триггер срабатывает. Так, при нажатии, удержании кнопки получается такой вещь. RS-триггер срабатывает и на увеличение начинает. И если мы держим вот эту кнопку там более одной секунды, вот здесь высокий уровень, то есть это время срабатывает, время через секунду. Здесь высокий уровень, RS-триггер все время нас бросит. Видите, RS, то есть если одновременно и сюда подавать высокий уровень, он будет в сброшенном состоянии. Здесь RS-триггер. То есть кнопку нажимаем, держим более одной секунды, RS-триггер в сброшенном состоянии, но генератор вот это работает и на увеличение идет. Кнопку как отпускаем, останавливается в этом положении, в каком было. Так, и то же самое вот здесь на уменьшении. Точно так же работает, только на уменьшении. Так, все, я думаю, не очень сложно. Так что, я думаю, этот вопрос интересно, многим интересуется, поэтому я решил ответить вот на этот вопрос. Так, скетч будет скетч будет на моем сайте, ссылка под видео YouTube будет. Так, вроде все. Спасибо за внимание, до свидания.